Да, и она олимпийская чемпионка в команде. Кто-то кричит: Юля, спасибо. Ну и правильно. Мы благодарны. Так, музыка. Жетема. Лара Фабиан. Потрясающие вращения, которые... Раз ты заговорила, то я не смогу скрыть своего восхищения. Спортсмены в других видах спорта, в гимнастике, например, называют это качество растяжка. Что-то феноменальное, что она может сделать. Как она тянется. Юля же занималась гимнастикой, поэтому, видимо, у нее еще из гимнастики осталась эта потрясающая растяжка. И... Но это уникально в своем роде, именно на льду, последнего, кого я помню. Вот ну, это такие вращение вещи... делает да. только она. Это только она, помню, самая растянутая у нас была Саша Коэн. Да. Она делала, помните, наверное. Солт-Лейк-Сити. Да, да, да. Но вот так вот еще не делал никто. Браво, брависсимо! Не, ну правда, нельзя не восхищаться. Конечно. А кто так заканчивал выступление? В шпагате.